Вот смотри, вот ты к ней пристаешь, кошак, вот ты к ней пристаешь, она тебя укусит, а потом ты кричать будешь. Да, потом кричать будешь. Она как цапнет тебя. Все, она уже прячется от тебя. Ты ей надоел, да? Ой, что же это такое-то? Кот такой хулиганистый. Все, прогнал ее. Кот какой страшный. Кто мне подушку разодрал, а? Кошак. Кто подушку разодрал? О, полезла. Смотри, 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 смотри. Так, вы хозяйку свою раздавите. Что ж надо так носиться? Хозяйка вас уже скоро прятаться будет от вас. Ой. Батутные коты. Так, кто вату ест? Кто подушку порвал? Смотрите, вас саранча сейчас унесет. Пряталась в подушке. За ногу его кусает. Король-кот. Да. Король-кот. Кто там сестру кусает? Угу. Сейчас смотри, вот ты... Ой, раздавила кота. Все, все, ты победила, да. Все, ты села на него, да. Ой. Ой, так хочется вылезти. Так, ты что? Так топаете по батуту, как же ребята, а не котята. Давай на охоту. Оп. Ой, ничего себе, как она ползает. Эй, ползалка. Стой. Лазалка. Кошатра. Стой. Опа, все. Ну вот и все. Аккуратно, тут саранча еще. Смотри, тебя сейчас саранча унесет. Сейчас саранча увидит, что такая вкусная кошандра лазит. Толстая, вкусная. Слушай, ну какая жуткая саранча все-таки здесь. Ой, как...
такая жирная. Фу-фу-фу-фу-фу. Почему их так много, а? Подождите, сейчас чипсы из вас начнут делать уже. Я боюсь, что на меня сейчас эта саранча упадет. Тут прыгаешь. Так, все, коты, прощайтесь. Эфир закончен. Скажите, дорогие зрители, до следующих встреч. Все. Ух ты! Ты что такая? Ты что такая борзая?